Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 30, упражнение номер 1. Вычисли, записывая решение столбиком. При записи решения столбиком мы записываем единицы под единицами, а десятки под десятками. Вычисление начинаем с единиц. 5 плюс 6 равно 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 1 равно 8. Еще 1 – 9. 91. 82 минус 65. Из 2 вычесть 5 мы не можем. Занимаем у 8. 12 минус 5 равно 7. Здесь не 8, а 7. 7 минус 6 равно 1. 93 минус 67. Из 3 вычесть 7 мы не можем. Занимаем у 9. 13 минус 7 равно 6. Здесь уже не 9, а 8. 8 минус 6 равно 2. 54 плюс 19. 4 плюс 9 равно 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 1 равно 6, еще 1 – 7, 73. 90 минус 78. Из 0 вычесть 8 мы не можем, занимаем у 9. 10 минус 8 равно 2. Здесь уже не 9, а 8. 8 минус 7 равно 1 – 12. 49 плюс 51. 9 плюс 1 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 5 равно 9, еще 1 – 10. Ответ 100. 15 плюс 85. 5 плюс 5 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 8 равно 9. Еще 1 – 10. 100. 67 минус 28. Из 7 вычесть 8 мы не можем. Занимаем у 6. 17 минус 8 равно 9. Здесь уже не 6, а 5. 5 минус 2 равно 3. 39. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.